74 килограмм. Урматуайын Даржана Мырзалары 74 килограмм салмағындағы таймашу алтын медалы үчін. Уважаемые дамы и господа, схватка за золотую медаль весовой категории 74 килограмма. Адилов Асет, Казахстан. Кыгынов Данияр, Кыргызстан. Руководитель жетекчиси Адуч Баску. Рефери, арбитр Али Ахбар Тахмасеби. Джадж, боковой хапталдағы қалыс Ашида Такахару. Thank you.
ladies and gentlemen, on the mat, the winner is Kobana Afganiyar, Kyrgyzstan. Bu kürtüsünde жеткен Kobana Afganiyar, Kyrgyzstan. Уважаемые дамы и господа, на ковре победу в схватке одержал Кобана Афганиyar.